Эфир 24KZ продолжает новости. Сурдоперевод обеспечивает Хасан Исраилов. Меня зовут Диана Сапарбекова. Глава государства с пониманием воспринял решение о переносе запланированного визита премьер-министра Японии. Об этом Касым-Жомарт Токаев сообщил во время телефонного разговора с Фумио Кишидой. Причиной переноса официального визита стало землетрясение на островном государстве. В свою очередь Фумио Кишида сожалеет о переносе сроков своего прибытия в Казахстан, в том числе для участия в первом саммите диалога «Центральная Азия плюс Япония». Касым-Жомарт Токаев выразил слова солидарности японскому народу в связи с произошедшим накануне землетрясением в Японии и выразил надежду, что это не повлечет за собой серьезных последствий. Шестая консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в Астане. Президент Казахстана заявил, что наша республика поддерживает предложение о создании делового совета стран региона. По его мнению, большое значение имеет дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала и принятие комплексной стратегии в этой сфере. Речь идет о таких проектах, как Транскаспийский международный транспортный маршрут, коридор Север-Юг и Трансафганская железная дорога. О чем еще говорили на встрече, расскажет Динара Абдирова. Главы государств Центральной Азии прибыли в Акорду для участия в шестой консультативной встрече лидеров стран региона. Высоких гостей встретил президент Касым-Жомарт Токаев. После совместного фотографирования президенты переместились в зал для переговоров. Сегодняшний саммит имеет особое значение, поскольку знаменует собой начало нового этапа взаимодействия в формате консультативных встреч, начавшихся в 2018 году в Астане. За это время состоялось 5 встреч, итоги которых вывели региональное сотрудничество на беспрецедентный уровень, придав ему системный, всеобъемлющий и, главное, доверительный характер. Благодаря общим усилиям свое решение находят многолетние узловые вопросы. Принимаются комплексные меры по обеспечению региональной стабильности и безопасности. На повестке вопросов достаточно. Вода, экология, энергетика, продовольствие и промышленность. Их страны и региона решают планомерно. В том числе уже сняты многие барьеры во взаимной торговле. На границах модернизируют пункты пропуска, расширяют транспортные сообщения. Касым-Жомарт Токаев считает, что в нынешних непростых геополитических и экономических реалиях важно сохранить отношения, основанные на дружбе и союзничестве. Центральная Азия всегда была центром притяжения уникальных цивилизаций, играя большую роль в общемировом прогрессе. И сегодня на основе этой исторической общности и ментальной близости наших народов мы вместе формируем новый облик Центральной Азии как региона огромных возможностей, устремленного в будущее. Убежден, что нынешний саммит станет важной вехой на этом пути. На этом пути важно сосредоточить все усилия для того, чтобы Центральная Азия оставалась пространством безопасности, сотрудничества и процветания. Именно к этому призвал глава государства лидеров стран региона. А чтобы достичь такой цели, необходимо решить ряд задач. В их числе сформировать прочную экономическую базу. Основа уже есть. Планомерно увеличивается объем внутрирегиональной торговли. Сейчас это 11 миллиардов долларов. Теперь важно довести показатель до 15 миллиардов. Существенный импульс региональной торговли придадут создание зеленых коридоров, устранение различных барьеров. Следует шире использовать возможности, которые открываются посредством электронной коммерции. В этой связи прошу ускорить согласование предложенного Казахстаном соглашения о развитии электронной торговли в Центральной Азии. Новыми точками роста экономик наших стран могут стать совместные крупные инфраструктурные и транспортные проекты. Хорошие примеры такого взаимовыгодного сотрудничества в регионе уже имеются. Примеров успешной интеграции действительно немало. В их числе Камбаратинская ГЭС-1 в Кыргызстане, Арагунская ГЭС в Таджикистане и совместные газовые проекты. Касым-Жомарт Токаев заявил, что наша страна поддерживает предложение о создании делового совета стран в регионе. Развитие транзитно-транспортного потенциала региона имеет важное значение. В числе перспективных проектов – Транскаспийский международный транспортный маршрут, коридор Север-Юг и Трансафганская железная дорога. Одним из ключевых вопросов нашей региональной повестки остается рациональное использование водно-энергетических ресурсов. Для эффективного управления требуется выработка новой консолидированной водной политики, основанной на равноправном, справедливом водопользовании, неукоснительном выполнении взаимных обязательств.
В основу многостороннего водного сотрудничества могут лечь инициативы по совместному строительству гидроэнергетических объектов, учреждению водно-энергетического консорциума для стран Центральной Азии. Лидер Узбекистана поблагодарил президента Казахстана и оценил его активные условия по укреплению регионального взаимодействия. Уважаемые коллеги, присоединяюсь к словам искренней признательности в адрес президента Республики Казахстан, уважаемого Касым-Жомарт Кемелевича Токаева, за традиционно радушный прием и прекрасную организацию нашего саммита. Хотел бы особо отметить ваши активные усилия, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, направленные на укрепление регионального взаимодействия, продвижение общих интересов наших стран. В вашей программной статье «Ренессанс Центральной Азии на пути к устойчивому развитию и процветанию», опубликованной накануне, вы представили глубокий анализ нашей совместной работы и видение перспектив региональной кооперации на новом этапе. По итогам консультативной встречи президенты стран Центральной Азии подписали ряд документов, в их числе концепция развития региональной кооперации «Центральная Азия 2040» и дорожная карта по развитию регионального сотрудничества. По итогам 6-й консультативной встречи глав государств Центральной Азии, концепция развития региональной кооперации «Центральная Азия 2040». 6-я консультативная встреча глав государств продолжилась в расширенном формате. В качестве почетного гостя присоединился президент Азербайджана и глава регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии. Глава государства предложил инициировать принятие резолюции Генассамблеи ООН по достижению цели устойчивого развития в Центральной Азии. Наши страны имеют большие возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества. Важное значение представляет сотрудничество в сфере экологии, борьбы с последствиями изменения климата. Мы сталкиваемся со схожими вызовами, поэтому особое значение приобретает расширение взаимодействия, повышение координации, обмен опытом по вопросам климатической повестки. В завершении саммита президент Узбекистана получил еще одну награду от Касым-Жомарта Токаева. Наш президент в качестве председателя консультативной встречи от лица глав государств Центральной Азии наградил почетным знаком Шавката Мирзиёева. Дорогой Касым-Жомарт Кемелевич, дорогие друзья, уважаемые коллеги, сердечно благодарю за вручение мне высокой награды почетного знака глав государств Центральной Азии. Воспринимаю это как признание общих достижений укрепления регионального сотрудничества и стратегического партнерства наших стран. Благодаря политической воле и совместным усилиям сегодня Центральная Азия становится пространством добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития. Председательство следующей консультативной встречи перешло президенту Узбекистана. Глава государства пожелал Шавкату Мирзиёеву больших успехов и подтвердил приверженность Казахстана стратегическому курсу на всемирное укрепление регионального сотрудничества. Динара Абдирова и Булат Абдуллин, 24KZ, при поддержке телерадиокомплекса президента. Президенты Казахстана и Туркменистана обсудили продвижение многопланового партнерства между странами на встрече в Акорде. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Сердара Бердымухамедова за участие в саммите и отметил, что экономическое сотрудничество двух стран развивается динамично. Растет показатель взаимной торговли, успешно реализуется ряд проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта и логистики. Глава Туркменистана подтвердил, что между странами налажен активный политический диалог, расширяются связи в торговле и культуре. В завершении Сердар Бердымухамедов напомнил, что президента Казахстана ждут осенью в Ашхабаде с официальным визитом и для участия в международном форуме по случаю 300-летия со дня рождения туркменского поэта. Хотел бы выразить вам благодарность за поддержку, неизменное стремление к упрочению наших многогранных межгосударственных связей. Как я уже сказал, экономическое сотрудничество развивается по восходящей линии. Правительство работает над доведением его объема до 1 миллиарда долларов. Я считаю, что это возможности имеются при условии, что правительство будет работать соответствующим образом. На стадии реализации находится ряд проектов в сфере энергетики, промышленности,
транспорта, логистики, других областях создаются благоприятные условия для взаимного культурно-гуманитарного обмена. Уважаемый Касым Жомарт Кемелевич, позвольте выразить вам свою признательность за ваше приглашение принять участие в работе 6-й консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Что касается двустороннего сотрудничества, хотел бы отметить, что Туркменистан уделяет большое внимание сотрудничеству с Республикой Казахстан. Уважаемый Касым Жомарт Кемелевич, ждем вас в Туркменистане с официальным визитом и для участия в международном форуме. Сегодня в Астане состоялся бизнес-форум диалога «Центральная Азия плюс Япония» с участием премьер-министра Олжаса Бектенова. Более 450 представителей делегаций стран Центральноазиатского региона и Японии обсудили перспективы укрепления экономических связей и расширения взаимодействия, в том числе в сфере цифровизации, транспортно-логистической отрасли, АПК и тяжелой промышленности. Олжас Бектенов акцентировал внимание на взаимодействии Центральной Азии и Японии в области трансферта, передовых технологий и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Япония по праву считается одним из экономических и технологических лидеров глобального масштаба. Продукция японских компаний славится своим качеством, надежностью и инновационностью. Страна неизменно находится в авангарде прогресса, внося неоценимый вклад в улучшение качество жизни людей по всему миру. В свою очередь, Центральная Азия – это динамично развивающийся регион с огромным потенциалом роста и всеми условиями для всестороннего сотрудничества. Реализация транснациональных проектов с участием японских инвесторов, несомненно, способствует повышению уровня экономической взаимосвязанности региона. Как отмечают участники форума, в последние годы в мире значительно возрос интерес к Центральной Азии. По итогам прошлого года японские компании инвестировали в нашу страну больше 400 миллионов долларов. Сегодня представители деловой среды Казахстана обращают внимание японских коллег на новые инвестиционные возможности. С учетом того, что Япония находится в Восточной Азии, очень актуальным становится вопрос продовольственной безопасности. По этой логике наш регион, наша страна обладает, вы знаете, большими перспективами в области АПК, агропромышленного комплекса. И мы специально таргетируем японские компании по рассмотрению возможности инвестировать в проекты по глубокой переработке зерна. Вы знаете, что Казахстан в целом собирает свыше 15 миллионов тонн зерна в год, является одним из лидеров. Около 5-6 миллионов тонн зерна в год мы экспортируем по всему миру. Но за счет глубокой переработки, за счет биоферментации мы могли бы производить более 260 видов различной продукции. 26 проектов более чем на 2 миллиарда долларов профинансировал в Казахстане Банк Японии GBIC. Сотрудничество развивается в сферах энерго- и водоснабжения, горнодобывающей промышленности, а также транспорта и логистики. Об этом стало известно на встрече премьер-министра страны с председателем банка. В планах подписание соглашения с Банком развития Казахстана о финансировании совместных проектов в энергетике, транспортной сфере, машиностроении, пищевой промышленности и других приоритетных отраслях на 200 миллионов долларов. Отмечу, Япония – один из ключевых партнеров Казахстана в Восточной Азии. Товарооборот между странами в прошлом году вырос на 10,5% и достиг больше 2 миллиардов долларов. Мы видим значительный потенциал для дальнейшего наращивания торговли. Япония входит в топ-10 инвесторов в экономику Казахстана. Правительство Казахстана приветствует намерение банка расширить горизонты сотрудничества и готово оказывать необходимую поддержку в реализации совместных проектов. Мы очень рады и весьма польщены возможностью сотрудничать с вами. Эта встреча крайне важна для укрепления нашего партнерства. Именно поэтому мы хотим подписать этот меморандум с вашим банком развития и усилить наше сотрудничество.
Больше 400 новых домов сдадут в августе для пострадавших от паводков в Актюбинской области. Сегодня заместитель премьер-министра Канат Бузумбаев посетил села региона, где весенними паводками подтопило жилые дома. Аварийными были признаны более 1000 домов и дачных строений. 475 домов и квартир власти региона уже купили на вторичном рынке. Строится еще жилье. Привлечены дополнительная техника и рабочие, чтобы ускорить темпы. Все семьи, чье жилье было разрушено, нарушена стихия, должны получить ключи от новых домов до середины сентября, отметил Бузумбаев. В 6 пострадавших районах сейчас также ведется ремонт дорог и инженерных сетей. В течение месяца акимату поручено решить и проблему снабжения питьевой водой жителей Иргизского района. 518. Перед нами стояла задача построить 502 дома и приобрести 518 домов и квартир. В августе запланировано сдать свыше 400 домов. Стоит отметить, что все материалы, используемые при строительстве, производятся в Актюбинской области. Дефицита в стройматериалах нет. В принципе, деньгами все 100% обеспечено. Строительными материалами тоже все 100% обеспечено. Думаю, что в итоге паводков в Актюбинской области жители должны приобрести больше, чем они потеряли. То есть после многие из саманных домов переедут в хорошие, комфортабельные, современные дома со всеми удобствами и теплые, в которых зимой тоже будет комфортно. Тем временем в Павлодаре прошли публичные слушания по вопросу строительства в Казахстане атомной электростанции. С представителями городской общественности встретились эксперты энергетической отрасли и сотрудники компании «Казахстанские атомные электрические станции». Они разъяснили, что в последние годы в стране снижается угольная генерация электроэнергии, и рано или поздно придется искать ей замену. В Казахстане есть большие запасы урана, и республика уже производит урановое топливо. Поэтому, имея такие преимущества, необходимо развивать атомную электроэнергетику. Свое мнение на публичных слушаниях также высказали экологи. Во многих странах хотели бы тоже построить атомные электрические станции, но у них так все тесно, как в Европе. Им некуда складывать отработанное ядерное топливо. В Казахстане такой проблемы нет. У нас есть Бетпакдала размером с Францию. Безжизненная степь. Там грамотно построены хранилища для ядерного топлива, могут принять. Чужое нам не надо, а вот свое уж мы спокойно разместим. Поэтому у нас вообще нет никаких проблем с строительством атомных станций. Если мы на сегодняшний день не поднимем этот вопрос и точку не поставим и не начнем в ближайшее время строительство данного атомной электростанции, то я предполагаю, где-то к 30-му году вернемся к 90-м годам, когда было веерное отключение из-за того, что недостаток электрической энергии. Больше миллиарда тенге направлено в стабилизационный фонд Актюбинской области для закупа овощей и картофеля. Сейчас в регионе формируют запасы социально значимых товаров, чтобы сдержать рост цен в межсезонье. Осенью актюбинские сельхозтоваропроизводители доставят картофель, морковь и капусту, которые затем будут реализовываться в специальных магазинах по сниженным ценам. Аслан Абуталипов расскажет подробнее. Формировать запас продукции в стабилизационном фонде Актюбинской области начали еще весной. Тогда были заключены контракты с поставщиками и выданы льготные кредиты местным сельхозтоваропроизводителям. Уже удалось заложить почти 600 тонн сахара, 50 тонн риса, 55 тонн подсолнечного масла и 26 тонн гречневой крупы. Теперь ожидается местная продукция, говорит главный менеджер социально-предпринимательской корпорации Жамбал Салиев. По оборотной схеме мы выдали 5 предпринимателям кредиты под 0,1%. Общая сумма льготных кредитов 1,926 млн тенге. В свою очередь они обязаны продавать социально значимые продукты по установленной цене. Также мы заключили контракты на поставку говядины, окорочка, муки первого сорта. Хозяйство Берика Хамитова выращивает на 200 гектарах картофель и другие овощи. Урожай ожидают высокий и качественный. Проблем с его сбытом нет. Всю продукцию аграрии доставят в региональный стабфонд. Специализация фирмы – это производство, выращивание картофеля и овощей, таких как морковь, свекла, сахарная, столовая, лук. Непосредственно задача – это поставка картофеля и овощей в стабилизационный фонд Актюбинской области.
на сегодняшний день нами будет осуществляться поставка 2585 тонн, среди которых картофель и как бы вышеперечисленные овощи. Местные власти взяли на контроль качество поставляемой продукции. Поля сельхозпредприятий, имеющих договоры на поставку овощей в Ставфонд, часто инспектируются. В управлении сельского хозяйства уже назвали ожидаемые объемы, которые пополнят запасы Ставфонда. Контракты в объеме картофеля 4400 тонн, 835 тонн лука, 1000 тонн моркови и 1000 тонн капусты. В общем, валовый сбор на текущий год прогнозируется в картофеле 72 тысячи тонны, в овощных культурах до 50 тысяч тонн. Также для раннего урожая у нас заключены договора с местными поставщиками. Это по четырем позициям: картофель, морковь, капуста и лук. С наступлением зимы продукция из Ставфонда будет реализовываться в социальных магазинах. Цены на них будут ниже рыночных на 10-15%. Аслан Абуталипов, Анварбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдагалиев, Актобе, 24 KZ. Республиканская земельная комиссия Жер Аманате начнет проверку по факту незаконного изъятия земельного участка в Жамбылской области. В партию Аманат обратился руководитель одного из крестьянских хозяйств с жалобой. Его имущество было аннулировано в базе данных и передано третьим лицам. Члены комиссии, которые уже вмешались в дело, говорят о нарушении земельного законодательства и не исключают коррупционное преступление. Подобные нарушения законодательства мы берем на особый контроль. Землепользователь в один миг проснулся без земли и просит от комиссии Жер Аманате вмешательства и помощи. У меня, как эксперта в области земельного права, возникают вопросы. Если филиал отдела земельного кадастра предоставил акимату сведения, что участок пустой, то куда дели все графические и правовые сведения? Без законных оснований стерли и скрыли все координаты и поворотные точки. Отправили в архив кадастровое дело и выдали акимату новую справку. В ближайшее время мы откроем по данному факту проверку. Более 1000 рабочих мест создадут в селах на востоке Казахстана по программе «Аул Аманате». Районные предприниматели получат до 5 миллиардов тенге льготных кредитов. Советнику премьер-министра страны Ералы Тугжанову презентовали комплексный план перспективного развития предприятий. Благодаря уже действующим производствам в 24 населенных пунктах области решили проблемы с безработицей. Бизнес-проекты предприимчивых земляков увидел Вячеслав Витлугин. Льготные кредиты по программе «Аул Аманаты» считаются самыми выгодными по процентным ставкам – по 2-2,5% годовых. Поэтому только в 2023 году в формате проекта сельчане оформили 213 кредитов. В бизнес-проекты инвестировали больше 1,5 миллиардов тенге. В том, что средства идут в дело, в новые производства, лично убедился советник премьер-министра страны Ералы Тугжанов. В Глубоковском районе области ему показали открытые на заемные средства теплицы и малые птицефабрики. На базе оптово-распределительного центра Алтай запустили новейшее по технологиям овощехранилище. Его опцион показал главный технолог Денис Холдин. Все эти продукты, они фиксируются специальными датчиками, и при превышении у нас специально идет вентиляция, и поэтому продукт чувствует себя в первозданном виде. И все же объемы сельхозпроизводств должен диктовать рынок, а точнее его потребности. Ералы Тугжанов акцентировал внимание на конечной эффективности, прибыльности бизнес-проектов. Чтобы работать в плюс, в каждом районном и сельском акиматах должны иметь план необходимых и востребованных предприятий. Мы должны улучшить качество жизни в селах, чтобы сохранить кадры в сельской местности, обеспечить людей стабильным заработком и поддержать их желание создавать свое дело. Процесс получения, распределения и эффективности кредитов продолжат улучшать. Кредитные заявки по «Аул Аманаты» начнут рассматривать в режиме онлайн. Заемщику даже не придется выходить из дома. Вячеслав Петлугин и Жигер Бабаканов, Восточно-Казахстанская область, 24 KZ.